друзья абитуриенты. Как директор программы экономической политологии, я хочу вас пригласить на обучение магистерской программы экономической политологии МИКСУ, где вы сможете овладеть навыками профессиональной деятельности как в органах государственной власти, так и в бизнесе. Вы сможете управлять связями с государственными органами власти и также взаимодействием с общественным сектором. Ну а как член общественной палаты, я очень рада, что появилась такая программа, где мы сможем наладить и гармонизировать отношения между обществом, государством и бизнесом. Магистерская программа МИКСУ «Экономическая политология» необходима для тех, кто хочет стать бизнес-элитой нашей страны, поскольку только глубокое понимание бизнес-процессов в сочетании с умением проводить политический анализ текущей и перспективной ситуации в стране с пониманием сути национальных интересов позволяет выбрать правильный вектор действий и добиться успеха в любой области деятельности. Методологические подходы, которыми вы сможете овладеть с помощью профессиональных преподавателей МИКСУ, пригодятся вам и в повседневной жизни. Я очень уважаю такие качества, как знание и профессионализм. Я считаю, что для построения успешной политической карьеры просто необходимо получить профильное образование. Я выбрала магистратуру по экономической политологии МИКСУ. И огромное удовольствие я получаю от общения с нашими преподавателями, настоящими профессионалами. Поступив на отделение экономической политологии МИКСУ, я преследовал одну цель. Так как я долгое время занимаюсь бизнесом, для меня было важно, каким образом бизнес и власть взаимодействуют друг с другом и каким образом власть оказывает влияние на бизнес. И также для меня был всегда важен вопрос, как бизнес может оказывать влияние на власть. Выбирая для себя магистратуру после окончания бакалавриата, мне захотелось соединить полученные знания по политологии с экономическими процессами. Особенно интересовало взаимоотношения бизнеса и государства. Эту задачу мне помогла решить магистерская программа «Экономическая политология» МИКСУ.